Переиздание вообще штука хитрая и неведомая. Каждый разработчик имеет моральное право по-своему понимать это слово. Для кого-то бюджет и зеленый свет в конце издательского тоннеля – лучший повод масштабно возродить классику, приложить все усилия к модернизации контента и выпустить свой древний хит таким, каким он вышел бы сегодня. Это самый идеальный вариант, конечно. Таких, увы, практически нет. Да и лучший из них, пожалуй, вообще фанатская инициатива, не нуждающаяся в представлении. Black Mesa Source. Где-то посередине практичный разработчик, который прекрасно понимает, что если ухитрился много лет назад сделать что-то великое, то сегодня достаточно лишь заменить текстурки, приправить все доп-контентом и выпустить в придачу к чему-нибудь. Достаточно вспомнить хотя бы продолжение «Хроник Риддика», упакованное вместе с отличным переизданием оригинала. Но есть еще и ленивые, амбициозные люди, которые уже выросли из идейных соображений и в своем толстопивном возрасте не стесняются паразитировать на собственных старых успехах. Иногда это не намного лучше пиратства, а где-то даже и хуже, с философской точки зрения. Тут не грех вернуться к сравнению с Black Mesa, ведь много лет назад у товарища Кармака и его творчества были еще преданные фанаты, которые на движке Doom 3 ухитрились соорудить замечательный ремейк первой части, который так и назвали «Classic Doom». Сегодня же экс-кумир молодежи, подаривший нам сытную порцию культовых шутеров, небрежно выкинул на прилавки Doom 3 BFG Edition. Абсурдный релиз устаревшей игры, не только не способный предложить хоть что-то новому игроку, но и плюющий в лицо бородатому фанату. Практически все, что можно сказать сегодня про BFG Edition, было сказано немногим менее 10 лет назад про Doom 3. Проблема только в том, что нынче такой продукт уже далеко не выше конкуренции и, откровенно говоря, в принципе не готов себя противопоставить даже самым захудалым польским шутерам. Прямолинейный геймплей, нехитрый сюжет и вялая графика давно не впечатляют искушенного игрока, а внушительная продолжительность в таком контексте тоже вряд ли относится к плюсам. Решающий гвоздь в крышку гроба – заметная техническая деградация. Прицелившись на все платформы и упростив хардкорные эпизоды с невозможностью совмещать фонарик и пушку, разработчики адаптировали все под немощные консоли и даже версию для ПК не стали облагораживать. Тем самым получился прямо-таки гениальный в своей тупости эффект, и без того устаревшая графика стала почти мерзкой с упрощенной системой освещения. Если вдруг кто еще помнит, в 2003 году возможность достать фонарик и смотреть, как все объекты и поверхности послушно генерируют тени, просто взрывала мозг. Трудно поверить, но этот эффект, будучи чуть ли не визиткой Doom 3, в переиздании благополучно похерили. На поводу у нытиков до кучи заметно осветлили пространство, обрезав добротный кусок атмосферы. И взамен лишь дополнительный набор уровней без намека на сюжет, где нас бросают в копипастовый лабиринт знакомых локаций, чтобы через каждые 3 метра телепортировать за спину пушечное мясо. Настроенные на вселенскую справедливость товарищи уже успели накидать комментариев, что сакральный смысл переиздания именно в том, что там есть первые 2 части, а третья с дополнениями — это для полноты картины. Похвальная позиция, но крайне расточительная. Можно легко купить оба старых Дума в Стиме по отдельности, да еще и сверху третью часть взять, и то дешевле получится. Широкоформатный режим, поддержка 3D, вездесущий motion blur и пачка скучных дополнительных уровней — вот все, что готово предложить нам Doom 3 BFG Edition. Вроде как речь шла еще о подтянутых текстурах, но множество прилежно смонтированных сравнительных роликов на Ютубе вносят ясность. Это полная чушь. Выводы, как всегда, остаются за вами. Но в случае чего сделать их поможет запись нашего ночного эфира, где мы познакомились с игрой в хорошей компании и разносторонне ее охарактеризовали. О, мы выехали из Марс-Сити в канализации, по этим трубам циркулирует дерьмище марсиан. А здесь сидит один унылый мужик, но у него хотя бы шлем нормальный, он что-то видит в нем. Он говорит нам взять броню, пистолет и фонарик, еще аптечку для дебилов, которые ухитрились за стартовый этап игры уже где-то пораниться, и предлагает нам, в общем, отправиться в казематы, в это жуткие коридоры, где никого нет и никогда не было. И он делает вид, что он не в курсе, что ученый здесь проходил. Can you help me? I'm trapped in here. Release the door locks and get me out. What? Hey! Hey! Ah!